Ну а если хочешь получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 40% к своему депозиту. Здорово, бродяги, Стребер на связи. Сегодня у нас с вами EasyDrop. Я закинул 500 рублей на EasyDrop и также хочу второстепенно закинуть 500 рублей на сайт MyCSGO. И хочу проверить два одинаковых кейса. Ну как сказать одинаково? Я хочу проверить конкретно фарм кейсы, то есть AK майнинг кейсы. Ребята, обязательно подпишитесь на мой канал. Сегодня общий депозит у меня составляет 1000 рублей. Понятное дело, что с учетом различных промокодов депозит в суммарности выходит меньше, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем приятного просмотра. В общем, изи-дропчик. Надеюсь, чем-то нас порадует. Давай начнем мы с бесплатных кейсов. Получится открыть у нас его, получается, два бесплатных кейса. Вот тычки были бы прям вот очень хорошо на самом деле. Пришли тестить фарм-кейсы, выдал нам он тычки. Было бы прям на самом деле очень хорошо. А, все, сюда больше не получается нам открыть. Ну, 40 рублей халявно тоже хорошо. Вот хотелось бы, конечно, кейс бомжа пооткрывать или что-то еще, потому что я знаю, что в майнинг кейсах слиться, ну, вообще изи. Давайте выбирать. Здесь у нас есть с вами на выбор. Йоколо, монеты, куда ты пошел-то? Нам надо же просто вот, чтобы не переходить. Фарм топ ножа, фарм АВП, фарм ножа, фарм перчаток, Глок 18, Дигл, Юсп, АК-47 и Азимов. Я предлагаю проверить Азимов, потому что на MyCSGO есть тоже фарм кейс Азимов, но стоит он 12,5 рублей, а здесь стоит он 9 рублей. Поэтому 10 раз открываем, мы тратим с вами 90 рублей, правильно? А почему мы не можем открыть 10 раз? Здесь у нас с вами есть точно такое же наполнение, как на сайте MyCSGO. Это, блядь, ты охренел. Так разве можно байтить? У меня реально сердечко просто стукануло. А чё, почему я не могу выбрать-то 10 раз? И чё, я так буду открывать, что ли, по одному разу или чё? 138, 120. А чё такое? Почему не могу выбрать 10 раз? Понятно. Я тебя понял, я тебя услышал. Как говорится, принял, понял, обработал. Значит, мы спускаемся ниже и выбираем какой-нибудь другой кейс. Давай-ка. Фарм кейс, что получает только лучше, поэтому шир продается автоматически. А чё ты? 100 хочу. 50, 10. О, нет, странно. Сейчас, секундочку, ребята, я попробую перезайти. Короче, ребята, сел за съемки, а как бы, ну, он не дает возможность почему-то открывать по 10-15 раз. Вообще, в целом, сайт что-то в общем лагает, я не понимаю почему. Но так, вот так просто открывать, я, наверное, ну, просто охерею. Поэтому давайте просто устроим обычную проверку, что получится у нас выбить за 500 рублей. Очень, конечно, странно, но ладно, значит, это знак. Открывайте сорвикуш. Да, смотри, даже сорвикуш 3 раза не могу открыть. Ну ладно, будем открывать по одному разу, ничего страшного. Какие-то лаги, пролаги. Бля, ну что это за байтерская прокрутка? Я уже думал, злобный дайме, хорошо, потом смотрю, просто принт-скрин такой, думаю, так, неплохо. Думаю, походу, сходу мы с вами затащим какой-то хорошенький плюс. Ну вот даже градиент было бы хорошо. Ну хотя градиент может стоить 1,5 рубля спокойно. Так, кейс бомжа, скажи, пожалуйста, что-то мне ты дашь, помимо какого-то шерпа, который стоит 1 рубль или 99 копеек, и одно и то же? Может, хотя бы горелку Бунзена ты мне дашь, который будет стоить хотя бы 30 рублей, чуть-чуть буду отбивать. Нет, он даже по 2 не дает, смотри. Я не удивлюсь, на самом деле, если изи-дроп сейчас меня просто сольет в ноль. Просто я открою сейчас 10 раз один и тот же кейс, и как бы, и просто он мне не выдаст абсолютно ничего. 5 рублей, ох ты, нифига себе, слил всего лишь в x10. Ничего страшного, на самом деле, ничего страшного. Вот хотя бы колымагу дал бы, было бы норм. Либо страж дал бы, пускай он стоит 200 рублей, пускай его куп x3 был бы, в этом тоже ничего нету никакого плохого. Ну, плохого. Я не прошу тебя дать мне там, я не знаю, 1000, ну, франк. Анклин еще было бы куда, но это тоже может стоить рублей 58, 40, 35, 23, но что-то как-то раздуплился хоть, но тем временем, на моем балансе 124 рубля с тем учетом, что я все продавал, я ничего не откладывал, классный кварц, но это тоже рублей 50, а нет, 150, ничего себе, x2 ты мне дал, спасибо тебе большое, изи-дроп, ты, во-первых, залагал, не дал мне возможность что-то открыть по 5, ну, может, сейчас так даст, нет, смотри, вот просто, слышите, блядь, нажимаю, не дает, пробовал чистить кэш, перезагружать, не получается, но сейчас надо, я думаю, открыть просто какой-нибудь кейсик за косарь, кто его знает, может, сейчас что-нибудь залетит, за косарь захотел с балансом 100 рублей, сколько у меня на балансе, 182, Значит, что-нибудь рублей за 180 надо найти. Древний кейс, наполнение здесь в принципе хорошее, но слишком много дорогих пушек, соответственно, скорее всего, ничего не залетит. Поэтому, о, Суприм, ничего себе. Поехали, Супримчик разочек открываем за соточку, 83 рубля остается, как раз два раза откроем мы с вами кейс Сорвикуш. Если вот АВП Пламя Дракона вообще было бы прям, на самом деле, хорошо, я бы был бы только рад. Я хотел открыть два кейса, забыл и открыл еще раз Суприм. Ну ладно, посмотрим. Может, как-то хотя бы он совесть поимеет и все-таки что-то даст. 7 рублей, я понял. Нажимаю продать все, продаю 7 рублей, на балансе остается 12 рублей, мне ничего не остается, кроме как просто взять и пооткрывать вот этот кейсик фастом. Сейчас и он... В принципе, наверное, все. Сейчас ставлю 9 рублей, стоим мы сюда, только за деньги, 2 рубля добавляем. Апгрейд у нас с вами что?
не заходит, правильно, ставим еще раз 9 рублей, бабки, 21%, и апгрейд у нас с вами заходит, нифига себе, а нет, не заходит, я понял, подрезюмируем, итого у нас с вами я купил один раз, получается, на 153 рубля, дал окуп плюс 100 рублей, остальные все кейсы нас с вами слили. Поэтому Easy Drop сегодня я ставлю тебе... чего, блять? 189 тысяч человек упало с кейса за 390 рублей. Ну, неплохо, неплохо. Погнали дальше на MyCSGO. Я на сайте MyCSGO, ребята, что-то как-то пошло немножко не в ту сторону, потому что у меня на балансе не 500 рублей, а 486, 14 рублей. Я как-то, видимо, неправильно рассчитал, потому что я депозитил сюда, закидывал свои деньги с промокодом на 40%, который называется STR777, сейчас я вам его покажу. Кстати, я понял то, что лагает не сайты, а лагает мой комп. STR777 ввел, получил промокод на 40%, и, соответственно, мне пришлось сейчас депать, сколько, 360, а я, видимо, 350 задепал, да, или даже 340, 345, что ли. Ну, значит, 340 задепал я сюда, да, а надо было 360. Короче, этот промокод подходит абсолютно для всех аккаунтов. Новый, старый у вас аккаунт. Давно ли вы крутите на MyCSGO? Недавно крутите, разницы нету. При пополнении вводите всегда вот эти три буквы, три цифры, STR777, и получайте плюс 40% к пополнению вашего баланса. Для вас промокод оставлю для вашего же комфорта над своей головой в описании под этим видео вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. Кстати, не забывайте переходить на мой YouTube-канал. Обязательно переходите сейчас на YouTube-канал. Посмотреть хотя бы 5-7 моих роликов. Если вам что-то понравится, обязательно подпишитесь на мой канал. Контента там очень много, я думаю, вам понравится. Поэтому приятного еще раз просмотра. Ну, мы хотели там проверить с вами майнинг-кейсы, но давайте мы здесь их попробуем проверить, пооткрываем их по 5 раз. Наверное, надеюсь, MyCSGO даст нам возможность 5 раз открывать? Даст, конечно. Ну, MyCSGO я не сомневаюсь. Посмотрим, открою на весь баланс, посмотрим, что получится у нас выбить. Надо было, конечно, выбрать какой-нибудь один... Почти этот аберрации выпали, блин. Было бы хорошо. Один какой-нибудь кейсик, его просто на пятихатку задрочить. Какой, к примеру, можно неонуарчик, да? Или хайпербист, или неонуар, или вообще сайр, или азим, или неоновая революция, или хроматические аберрации. Ладно, давай вот это. Поехали, по 10 раз. 120 рублей мы тратим на одно открытие. Если хотя бы у нас залетит одна какая-то тайная пушка из этого всего, то мы с вами уже, можно сказать, находимся в нуле. Даже если залетит эмочка неонуар. Но я хотел все-таки сравнить на сайте MyCSGO, на сайте Easy Drop, где майнинг кейс лучше. Ну, на самом деле, Easy... Ебать! АВП 3 рубля, АВП 2,5, глок неонуар. Я на Easy Drop открывал майнинг кейсы. Я тут, там тратил немного, может быть, 1000, 2, 3, ну, это было прям максимум. И результат, что я оттуда выбил? Вот, ровно 0. Ровно ничего, потому что... Ага, я думал, еще один глок. Я не знаю, почему и сколько там надо раз открыть, чтобы выбить, ну, чтобы получить какой-то результат. Я хрен знает, честно говорю. Вот на MyCSGO я, типа, спокойно могу закинуть сюда, там, 500-1000 рублей, покрутить майнинг кейсы, но какая-то хоть самая дешевая за 400, за 200, за 300 рублей пушка мне точно залетит. Короче, я продаю глок, авики оставляю под вывод, в любом случае глок есть, сейчас просто с вами с кайфом какие-нибудь кейсики пооткрываем. Давайте, наверное, начнем вот с этого кейса, который стоит 152 рубля, назад в школу. Кстати, вам не надоела эта песня? И снова 3 сентября, конечно, это было давно, но она до сих пор, по-моему, абсолютно везде играет. Даже Шафутинский, кстати, выпал в топ-чарты ВК, по-моему, если я не ошибаюсь, с этой песней спустя такое долгое время. Вот давай до авика. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько ты стоишь? 1200, ты моя солнышко, X10 мне просто дал. Смотри-ка, авики сегодня насыпает хорошо, надо сейчас попробовать. Блять, я думал, поток информации тоже байтит, а? Смотри, Сайрекс прилетел. Ну, в принципе, Сайрекс это 0. Давай-ка посмотрим, сколько у нас стоит кейс с авиками. Слушай, может быть, у нас сегодня день авиков, он стоит 570. А, блин, не хватает 3 рубля. Ну, хотя, знаете, что можем сделать? Мы же можем немножечко обыграть систему, найти вот этот вот кейсик, открыть его ровно 3 раза, это у нас будет 36 рублей. В целом нам вполне хватает. Открываем 3 раза. Мы должны 3 рубля здесь залутать. По-любому залутали. 4 рубля. И нам вполне хватает на кейсик за 570 рублей АВП. Посмотрим. Потому что второй авик залетает за последние 5 минут. Может быть, сегодня день окупа с АВП. Прикинь, сейчас залетит здесь пустынная гидра или гради какой-нибудь, или медуза. Или что? Блять, слушайте. Это не... Это хорошо. 1200, ребята. Итого у нас под вывод 2,5 плюс 2,5 это 5000 рублей. Я считаю, что это хороший результат. Депозитил я, как вам в самом начале говорил, с промокодом STR777, который дал мне плюс 40% к пополнению моего же баланса на сайте MyCSGO. Его вам в полноценном
наверное, могу рекомендовать, потому что вы будете с ним получать только халяву. Для вас я его оставлю в описании, можете скопировать и сохранить, также над моей головой, также можете заскринить его, и ссылочку на сайт MyCSGO и EasyDrop оставлю в описании. Сейчас, ребята, на экране видите 4 ролика, это ролики окупного формата, можете кликать на один из них и продолжать просмотр моего контента. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока.